За последние 2 года на базе центра прошли обучение порядка 7 тысяч человек. И в зависимости от целевой аудитории, как бы для различной целевой аудитории были проведены различные как бы, методы донесения информации, то есть это и изучение моделей привлечения внебюджетных средств, это у нас и определение эффективности технологий, снижение оптимизации, снижение расходов и так далее. Если сказать про те технологии, которые я говорил, было установлено 35 технологий, 18 партнеров. В 2014 году мы проводили республиканский конкурс онлайн-экспо, где порядка 600 заявок было подано, из них разработан топ-50 казахстанских ученых, и 5 технологий были экспонированы на павильоне, казахстанском павильоне Нуралем. Кроме того, хочу отметить, что данные технологии также мы в Арнасай опробировали, к примеру, технология производства казахстанских солнечных коллекторов Кунтек. За последние 2 года они нам показали хороший результат.